Коллаборация – не только модное слово, но и популярная сегодня схема сотрудничества творца и производителя. Коллаборации сегодня возникают и в искусстве, и в моде, и в дизайне интерьера. Я как женщина, чисто интуитивно, я понимаю, что вот это люди, и я вижу, что да, вот с ними у меня получится, прямо именно с людьми, потому что это самое главное. Я всегда в бизнесе делаю упор на человеческий фактор, и все, с кем мы работаем, все наши партнеры, все компании, это настоящие наши друзья. И здесь я, конечно, подбирала несколько месяцев себе партнеров по мебели, и все-таки поняла, что нас интересуют большие объемы, а большие объемы может сделать только хорошая, качественная фабрика. И фабрика «Майя» стала вот таким вот партнером, на которую я возлагаю большие надежды, просто большие надежды. Мне нравится их подход к работе, мне нравится их отношение к людям, к своим сотрудникам, мне нравится атмосфера у них на фабрике. Мы выпускаем диваны, кресла, столы и стулья. Ну вот все, что вы видите, это продукция нашей фабрики. Она работает уже больше 20 лет, очень хорошо поставлено производство, очень хорошее оборудование, качественные материалы используют. То есть это все то, что я предъявляю именно к продукту. Эля Эдуардовна нам предложила. Мы согласились, естественно, на дизайнер, я считаю, высокого класса. Под ее командованием мы организовали вот эту выставку. Сейчас у нас в салоне представлена эксклюзивная линейка мебели, которую они не продавали. После начала пандемии было понятно, что будет очень востребована мебель немножко другого уровня. И поэтому я искала фабрику именно среднего, такого хорошего, очень стабильного уровня. Качество и модельный ряд хорошие. И вот как раз они являются такими партнерами нашими. Конечно, было немножечко страшновато, потому что все равно мы начали в такой период, в пандемию это все, и идея у нее тогда родилась, но я доверяю ее интуиции в бизнесе в первую очередь, потому что это уже проверено годами, десятилетиями уже, как выясняется. И, в общем, мы начали работать с этой группой, и пока получаем исключительно положительные отзывы. Мы сами, знаете, просто главный, мне кажется, показатель того, что то, что мы продаем, оно классное, это то, что к нам приходят какие-то новинки, например, предположим, это каталоги с обоями, девчонки листают, такие: «Ой, я хочу сделать у себя ремонт вот эти нужны». С мебелью получилось точно так же, то есть приходит диван, предположим, и у нас Гузей сейчас делает ремонт, она говорит: «Мне тоже такой диван нужно, все, заказываю его там в другом цвете». Вот, поэтому все, что у нас представлено, мы бы сами с удовольствием вписали в свои интерьеры. Эта коллаборация интерьерного салона и фабрики мебели подарила дизайнерам изящные и комфортные стильные диваны, кресла, стулья и столы. Сразу видно, что это очень качественное изделие. И как только я увидела первые фотографии в Инстаграме, еще не увидев живую, сразу заинтересовалась, потому что действительно видно, что хороший дизайн, хорошее качество, хорошо подобранные материалы, ткани. И я уверена, что мы обязательно будем здесь приобретать мебель, и рада, что... здесь сейчас стоит то, что... что сложно найти, и такие очень востребованные вещи, с очень тонким вкусом. Я думаю, что благодаря Эле здесь это так подобрано великолепно. С дизайном, расстановкой наша мебель в этом салоне вообще переобразилась, если честно говоря. Тут отдельно надо сказать об Эле Эдуардовне, директоре салона, потому что все, что предлагает она, это всегда утонченно, и мне достаточно ее слова, гарантирую качество, да, то есть мы на ее гарантии покупаем. И цены, правда, очень приличные. На сегодняшний рынок мы будем пользоваться мебелью, этим направлением, и я очень рада, что это появилось. Опять же, тоже идет полное взаимопонимание друг с другом, дизайнеры и салоны. Они слышат нас, в чем мы нуждаемся, они удовлетворяют наши потребности. И наших заказчиков, конечно же.
То, насколько важна гармония пространства дома, нам показал минувший локдаун. Кстати, этот совместный проект родился как раз в пандемию и, как мы можем убедиться, оказался успешным и в более удачное время.